Поэтому, друзья, мы придумали и запускаем новую систему, которая будет называться Cloud Money, облачные деньги. Мы говорим о том, что человеку не нужна вся информация сразу, ему нужна лишь только та часть, которую он оперирует на данный момент. Угу. Вот. И точно так же с деньгами. Человеку не нужны все деньги сразу. Если вам дать 500 миллионов рублей, угу. Я сомневаюсь, что вы сразу даже сможете все потратить эффективно. Нет, конечно, вот так вот, ну, разбазарить, там, спустить, там, растрынкать можно. Но вы в любом случае потратите сразу, я не знаю, 10-15%. Все остальное будет у вас лежать. Да, правильно? Без дела. Ну, конечно. Без дела. Поэтому мы запускаем систему Cloud Money, которая позволяет обеспечить хранение и распределенный доступ к деньгам всем желающим. Это будет первая система, которая будет обладать всеми теми характеристиками, которые я перечислил раньше. Это система регулирования притока денежных средств, то есть контроль за динамикой развития. Это система стабилизации оттока, то есть в этой системе каждый сможет получать ежедневно он будет получать 1% от остатка своего облачного счета. То есть ежедневно ему будет капать на счет 1%. При этом остаток его облачного счета будет ежедневно расти на 2,76% в день. Угу. Продолжай, круто. Геометрическая прогрессия. А, то есть каждый день? 200, каждый день. Да. Вот сколько у него остается, 1% он может вывести. Кстати, может не выводить, может оставить. Тогда его сумма будет расти целиком, вся увеличиваться. Ну, да? Да. А может выводить, там в кабинете есть такая специальная кнопка. Угу. Вы спросите, почему 2,76? Почему так сложно? Интересно тебе, почему так? Ну, конечно. Потому что наши математики систему рассчитали и основали в соответствии с последовательностью Фибоначчи. Угу. Таким образом, получается, что остаток вашего облачного счета ежемесячно увеличивается на 61,8%. Так это Фибоначчи. Именно, да, в соответствии с последовательностью Фибоначчи. Так. Вот. Туда, правда, не посчитаны те проценты, которые вы выводите ежедневно. Вообще, в целом, если посчитать прирост вот 61,8 и плюс ежедневный твой платеж, то сумма ежедневных платежей за месяц составляет 36,6%. Как температура тела. Да, как температура тела. Вот. То есть, таким образом получается, что 90 с чем-то процентов надо посчитать. Это месячный доход. Да, месячный доход. Вау. Плюс реферальный бонус 15% за первую линию, 5% за вторую и 1% за третью линию. Трехуровневая. Да, трехуровневая реферальная система. Сегодня мы объявляем о предстарте системы. Ниже под видео вы сможете увидеть ссылку. Она появится, может быть, сразу с выходом видео, может быть, чуть попозже, на сайт. Там вы сможете ознакомиться с правилами и с роликом. При этом мы говорим о том, что это не последняя система. Мы придумали еще ряд ходов, ряд параллельных систем, так называемых байпасов. Угу. Байпас и выход. То есть все будет, которое позволит обезопасить и подстраховать систему Cloud Money. То есть, несмотря на то, что вот эти все механизмы, которые мы применили в системе, они позволяют системе даже в условиях большой просадки, там, даже если месяц мы будем иметь негативную динамику, то система все равно не рухнет, потому что нет единовременного вывода. Ну да. Вот. Но система устроена таким образом, что она автоматически регулирует. То есть, если мы в какой-то день не добрали участников, то в следующий день она делает столько, чтобы они могли компенсировать, вернее, не участников, а количество денег привлеченных, чтобы они могли компенсировать, сделать ровную динамику. При этом без резких преувеличений. Только то, что не добрали в предыдущий день. Таким образом, у нас идет постоянный контроль этих показателей.
Круто вообще. Слушай, я знаешь, что хочу добавить просто? По-моему, сбылась мечта это 1000 участников, которые меня уже просят, когда вы с Бордианом сделаете систему. По-моему, еще с декабря месяца, да. То есть сетевики все, вот Бордиан все-таки решился. Наконец-то. Да, друзья, я долго думал, но мне не хотелось сделать абы что. То есть вот хотелось сделать настоящую систему, такую, в которой бы... И то, я же говорю, мы видим вообще на несколько шагов вперед и уже знаем, как она будет развиваться, как мы ее будем развивать, парковать. Ведь все понимают, что там в какой-то момент времени мы достигаем какой-то критической массы и дальше как эту массу... Ну или рассказать все до конца. Не, давай пока сохраним да, секрет. Да. Ну, мы будем раскрывать это постепенно, то есть. Ну, я да. считаю, что людям надо пережить эту информацию. Я думаю, даже то, что мы сегодня применили, это уже на 3 или 4 шага дальше, чем видят. То, что есть, да, пока. То, что видят другие лидеры.